буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Торжественную линейку считаем открытой, а провести ее мне помогут наши старшеклассники и выпускники 2014-2015 учебного года, учащиеся 11 А класса Косоногова Мария, Косичук Александра и Райко Мария. Доброе утро, дорогие ребята и уважаемые учителя. Мамы и папы, бабушки и дедушки, и гости нашей школы. Мы рады вновь приветствовать вас у порога нашей родной школы. И от всей души хотим, чтобы День знаний стал для вас самым большим праздником года. 1 сентября – начало нового учебного года. Новых встреч с удивительным миром знаний, которые откроют перед нами наши учителя. Пусть этот год будет добрым для всех тех, кто переступает порог нашей школы впервые. И для тех, кто приходит сюда уже не в первый раз. Пусть именно в этом учебном году сбудутся все ваши мечты и ожидания. Учеба, здравствуйте, школа, здравствуйте, идем со знаниями в поход. Сегодня праздник, школьный праздник, встречаем мы учебный год. Что такое осень? Это время нам шагать к своей любимой школе и встречаться здесь с хорошими друзьями, без которых летом так скучали. Все стали взрослее и старше. Здесь папа и мама волнуются наши. А школа встречает счастливый народ. Сегодня учебный начинается год. На нашей линейке присутствует директор Центра спорта и образования Чертаново Ларин Николай Юрьевич. Руководитель общеобразовательной школы Сабитов Шамиль Ялкович. Руководитель по учебно-воспитательной работе Федорова Надя Викторовна. А также гости, заместитель начальника отдела по взаимодействию со спортивными школами Москомспорта Гришанина Наталья Николаевна. И слово для приветствия учащихся предоставляется руководителю школы Сабитову Шамилю Юрьевичу. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, я не буду перечислять, кто здесь взрослых больше, чем детей. Снова 27-й сезон в образовательной школе, 1 сентября открываем. И как в начале каждого турнира, у всех равные условия, в таблице у всех ноль. А значит, можно и в каждом отдельном матче, в каждом отдельном уроке, и на протяжении четверти первого круга, и на протяжении всего года достичь определенных успехов. Я от души желаю вам, чтобы к тем победам, к которым мы уже привыкли на спортивных полях, к тем медалям, которые у нас есть и на уровне города, и на уровне страны, и на уровне Европы, вы добавили медали в образование. Тем более, что прошедший учебный год показал, что два наших выпускника, а значит, может и больше, получили золотые медали за успехи в обучении. Значит, можно. Мы в вас верим. Удачи, успехов и с Новым годом. Учебным годом. И более бурными аплодисментами по традиции я хочу, чтобы мы сейчас осыпали тех, кто делает на этом пути первый шаг. Наших дорогих первоклассников. Учениками Центра спорта и образования Чертаново в 2014-2015 учебном году стали Аксенов Владислав, Борисов Георгий, Бочин Ярослав, Гусь.
Евгений! Бедный Рукмияна! Нестеров Данила! Гражданинникова Юлия! Липунов Федор! Нечаева Мария! Селиненков Михаил! Степанова Надежда! Про глагол и про тире, и про дождик на дворе,
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.